Позвольте предложить вам помощь. Что такое? Я не желаю никаких знакомств. Мы предлагаем вам помощь, а не знакомство. Да. Давайте мы подержим камень на весу. Вот так. Вот так. Или лучше возьмите груди, вот, а мы завяжем на шее. Вот так вот. Вы хотите... Я не могу при людях. Жаль. Очень жаль. Меня зовут... Теофилос Годдл. Да. Мы с мистером Хаммерсмитом тоже закончили земные дела и собрались туда. Одновременно? Вы тоже? Да. Да. Но мы не торопимся, поскольку такой поступок не терпит суеты. Я тоже так считаю. Если суетиться, озираясь, пряча глаза, это мерзко. А у меня нет 40 фунтов. Ну, найдутся коллекционеры, которые за этот камень и веревку заплатят более 40 фунтов. Да, заплатили бы. Да. После применения. Я оказался удобной мишенью для ваших острот. Я никому не позволю принимать себя за человека, способного на остроты подобного сорта. Да. Так где мы можем обсудить аспекты, так сказать, нашего общего дела? Мистер... Перкинс. Допустим, Перкинс. Где? Я живу здесь недалеко. Мы принимаем ваше приглашение.